Всем привет-привет! В том году, находясь в Сибири, я снимал уже подобный видос. Там было тогда под 27 или под 28 мороза. Машина была без прогрева. На Лукойле, на масле Лукойл Арматек Генезис 540. Вот, сегодня 19, по-моему, января. Да, 19. В общем, мороз на улице минус 17. Нахожусь я в Москве. Ощущается это все по приложению как минус 23. И мы идем заводить Шкоду Рапид 1.4 турбо на DSG, естественно. Также залито масло Лукойл Генезис Арматек 540. Буду снимать сейчас все одним дублем, просто чтобы не было никаких, как в тот раз снял видосы, и мне говорят, да ты там ее прогрел сначала. Нифига подобного, тачка не прогрета. Благо, что сегодня снега мало было, и не нужно будет ее еще от снега отгребать. Ладно, сейчас я вот так вот, хоп, поставим вот так, открываем тачку. Так, залазим. Опа. Бензин 95-й. Лукойл. Ой, какой Лукойл? Газпромнефть. Так, показывает минус 14,5. Так. Ну, в принципе, завелась нормально. На этом автомобиле у меня прогрева тоже никакого нету. Все вот как есть. Просто заводится нормально. Главное, хорошее масло и хороший бензин. Вот. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как она будет запускаться в экстремально морозном таком состоянии. Ну, при минус 30. Да. Было бы интересно посмотреть на это. Блин, надо будет почистить диски. Смотрите, сколько туда снега набило. Ёшкинько, сейчас бить будет. Просто нереально. Пиши в комментариях, сколько у тебя сейчас градусов минуса. Как заводится твой автомобиль, стоит ли у тебя прогрев и какое залито масло. Мне это будет очень интересно, я отвечу тебе на все комментарии. Вот. Так что видосик коротенький, вот. Потому что холодно на улице, пора садиться в тачку. Подогрев надо будет включить сиденье, что-то я не включил. Вот. А так, все запущено, все работает. Спасибо тебе, что посмотрел этот короткий видос. Не забывай подписаться, лайк поставить. Ну и, конечно же, пиши комментарии, сколько у тебя градусов, какое масло и заводится ли у тебя машина нормально в мороз.